То есть я сидела, думаю, что бы вкинуться, чтобы печень улыбалась, брюдик храню, конечно, нет, сделала травяной чаек, ну, конечно же, думаю, блядь, все каналы мою медятину крутят, а у меня это медятины, смотрите, и сразу вспомнила детство, друзья, я была ужасным ребенком, честно скажу, блядь, все старухи, блядь, маме на лавочке, если мама со мной выходит, говорили, давай, выцеля отсюда, давай, веди свою вот туда. Но я была толстая, такая наглая, вечно не выйду на улицу, пока маме скажу бутерброд, и вот мама всегда мне мазала бутерброды, иначе я в отказе, блядь, не пойду, падала на асфальт, билась ногами, но это был пиздец. Ну, мама любила меня до безумия, и вот она мне всегда мазала хлеб, масло и сверху мед. И я рада, я выбегаю, сука, с этим бутербродом, блядь. А знаете, с подъезда выбегаешь, и такие порожки. Пиздык нахуй через эти порожки. Бутерброд, конечно же, на асфальт. Вниз. Ну, мне похуй уже тогда было. Беру, блядь, соскребла руками, на хлеб приебала прям, сука, с пылью, с асфальтом, нахуй, дальше с разбитыми коленками похуярила. Какие прекрасные времена, да? Как хочется в детство, где нет зависти и злости, где все так прекрасно, где моя любимая, самая лучшая в мире мама. Мама, я люблю тебя. Друзья, вы будьте счастливы. Берегите мам, берегите. И папы, мам, ну мам особенно. Вот такая история, друзья. Медятина. Масло вкуснотеев. Вкуснятина.